16 июля из города Балашов в село Чирикова к старинному храму в честь Казанской иконы Божьей Матери отправился крестный ход. Путь в 120 километров участники молитвенного шествия пройдут за 5 дней и завершат его в канун престольного праздника. За полтора летних месяца это уже третий крестный ход, который отправляется от кафедрального собора Архангела Михаила. После божественной литургии паломников благословил епископ Балашов-Кертичевский Тарасий. Кто ходит крестными ходами, походит на святое место, то во время пути человек очень многое, наверное, в своей жизни и задумывается, и передумывает свою жизнь, и строит планы, духовные планы. И молится о себе и о своих близких, чтобы Господь послал в молитву того святого, Матери Божией, небесного благословения на дальнейшую жизнь. Призывает Божье благословение на тех, кто решился на этот духовный подвиг. И пусть Божья Матерь будет невидима, присутствует с вами. Крестный ход посвящен казанскому образу Богородицы. Паломники идут в соседний район, где в небольшом селе возрождаются старинный храм и святой источник. Сергей Жданов в числе тех, кто не пропустил ни одного крестного хода в Чирикова. Каждый год в преддверии праздника он совершает путь в 120 километров. А, во-первых, для спасения души, помните, на уважение к Божьей Матери. Я уже четвертый год подряд прохожу крестный ход. Все 5 дней. Слава Богу за все. Кто с открытой душой и с верой идет в крестный ход, поверьте мне, я иду третий год. И знаю многих людей, которые шли со мной. Все, что просят, Бог дает. И все, что, как сказать, к чему они долго не могли прийти, после крестного хода, поверьте мне, действительно происходит чудо. Традиционно верующие, которые не могут отправиться дальше, проходят путь до первой остановки паломников в ближайшем селе Хоперское. Первый раз было труднее, особенно в Хоперском, а второй раз уже легче. Перед иконой Богородицы совершают молебен, после чего желающие преклоняются перед образом, а крестоходцы набираются сил для дальнейшего пути. Как известно, крестный ход идет, ад трясется. Мы с вами совершаем молитвенное дело, делание, которое полезно для спасения наших душ. Помолимся Пресвятой Владычице Богородице, чтобы она всех нас простила и помиловала, взяла под свой покров и укрепила в нашем многотрудном жизненном земном житии. Пресвятая Богородица, спаси нас. Аминь. 20 июля паломники завершат пятидневный крестный ход, а 21 числа они примут участие в престольном празднике Чирикова. Он традиционно собирает десятки людей из Балашова, Аркадака, Саратова, прилегающих сел.